когда туда приходят профессионалы, такие как Главаров, Парфенов, Юра Дудь, у них за всеми за ними стоит большая журналистская карьера, принципы, и они как бы, ну, они оберегают профессию. При этом мы тоже понимаем, там есть и Соловьев, там еще кто-то, который насрать на эти принципы вообще, да, и вот. Поэтому мне кажется, но для журналистики это хорошая возможность.